Switzerland. Ronaldo. Oh, it's in! America have been... Рагне обходит второго защитника. Бьет отлично! Хвален Радучоев великолепно сыграл. Поэтому в Эйндховене... Еще раз! Отлично! Вы посмотрите! И поле сборной Румынии, футболисты Колумбии. Вот до этого момента сделать ничего не могли. Радучоев! Гол! Вот она контратака, который, наверное... И снова удар Сутера. Гол! Гол! И на этот раз не вне игры ничего нет. Хаджи. Удар, гол! Великолепный удар Георги Хаджи из-за штрафной площадки. Классный момент. Гол! И все-таки Степан Шапюиза. Форса. По Кнупу. И Кнуп посылает третий мяч. Карл решил сам сделать удар, и вот срезка! Досадный, хороший выход вперед Эрни Стюарта, и второй мяч в сетке ворот сборной Колумбии. Удар! Невало! Еще один удар! Гол! Я говорил о том, что победа близка, можно забить. И хорошая передача за спину. Гол! Вот она, быстро... двухходовка. Or Valderrama would not be on the pitch. It's a free header and a goal. Бьет и забивает гол 2-0. Опять на последней минуте. Футбол Терн подает штрафной. Отличный удар. Головой на вас. Камерун в атаке. Гол! Гол! Это Давид Эмбе проводит. Так и сборная Камеруна ошибается. Томас Равелли ошибается. И сборная Камеруна забывает. Ну! Гол! Вот оно, стремление постоянное. Угла поля. Гол! Гол! К сожалению... Ох, как сыграл. Ох, Тернацкий. Вот. Разбег. Гол. Это юбилейный 150-й мяч. Самарио выходит 1-1 и забивает свой второй мяч на чемпионате. Хотя... Продолжать атаку. Подъячий вверх, удар, гол! Центральный защитник Марсио Санту. Один с воротом, Белл бросается в ноги, и все-таки гол! Отбивает мяч и Бебетто с острого угла метров 17. А сейчас здесь больше всего на поле спартаковцев должен быть пенальти. Паузу. Итак, удар. Браво, браво, Олег. Браво сборной России. Сыграно всего 5 минут. Будем говорить так, что шведы уже отыгрывались, а вот сейчас только невезение. Жуэль Кинью указал уже на этот раз на нашу 11-метровую отметку, и я вынужден, к сожалению, к игрокам обороны. Наши защищаются, и не смогли удержать Мартин. Ой-ой-ой! Да. Стать! Уже! Гол! Молодцы! Так, ну же! Ну что, второй мяч забивает Олег Коленко, мне показалось. Хорошо. Что суть? 3-0. Олег Коленко. Команда Камеруна. Вот. Атакует сборная Камеруна и забивает мяч на первой же минуте. Учитывать. Пас! Ну же, гол! Отлично! Олег Коленко опять забил. Ну, молодец. Еще раз атака нашей сборной. Ну же! Пятый мяч в воротах сборной Камеруны. Опять забивает Олег Соленко. Ну, надо же. 1-1. Надо бить. Удар! И мяч в воротах. Радченко забивает. Андерсона штрафной. Удар. О, удар. Гол.
А вот это уже неожиданность, я думаю, в том числе и для Клаудио Тафарелли. Мауро Сильва, пятый, Бебета, седьмой, Дунга, восьмой. И в это время Ромарио забивает мяч. Ожидается, и гол должен быть. Юрген Клинсман, первый гол на чемпионате мира. Грубейшая. Передача, гол. Вот посмотрите, испанцы... Буквально на первых минутах этой встречи будет третий, будет гол. Третий, и будет гол. Вы знаете, разложили это Гойко. Нет, удар по воротам, отскакивает мяч и попадает в сетку. И попадает в сетку ворот. Сейчас самое главное. Вот оно! И вот она, видите, вот она ничья, долгожданная ничья. Бэча. О, какой гол! Ай, какой гол! Ну, я уже начал фразу говорить. Немецкие футболисты. Ай, вот он гол, пожалуйста. Несколько, прямо скажем, неожиданно. Подача. Да, вот. Забил все-таки Гвардиола из Барселоны. Открыл счет. Ну! И вот, наконец-то, сколько было моментов в пользу испанцев. Удар! Гол! Вот что значит бить по воротам. Вот это непонятно. Прикол. Вот он, первый мягкий удар, и счет становится... Вот 20-й номер! Посмотрите, удар по воротам капитана команды Хон Мюн Бо, и счет становится... И каким-то корявым, не получившимся ударом протолкнул. Мод подключился. Удар. И мяч летает в левую девятку. Да, сегодня Батистутов. Удар. Гол. Гол Диего Марадона. Пенальти. Еще и пенальти. Гол. Первый хет-трик. Три гола в одном матче на чемпионате мира. Какой момент! И вот команда Нигерии открывает счет. Да! Вот это молодец! Блестящий гол! Вот это да! Нет, ворота пустые, и мяч влетает в ворота. 1-0 впереди сборная Нигерии. Удар. Удар, еще один гол. Разыгранная хорошо комбинация. Площадки его прозевали. Удар и гол. Ну так нельзя отпускать Каниджу. Каниджу игрок высокого класса. Спокойно, технично Стоичков открывает счет. Ох, какой момент! Судья пока... В другой угол. Вновь обманул. Вот! Как сыграла оборона. Удар Стоичкова. И мяч! В воротах. Понимаешь? Удар. И мяч влетает в ворота. 47-я минута. И пробил. И какой же гол, а? Он взревел. Отличный по Стоичкову удар. Стоичков забивает мяч. Угловой удар ворот аргентинцев. Удар, гол. Но все. И теперь все уже ясно совсем. На последний...
Ай-яй-яй. Да. Кат один на один. Удар! И мяч влетает в ворота. Прекрасное подключение из глубины. Угадал сейчас. Нападающий из Милана. Ой, какой гол! Какой гол прекрасный! Ну кто ж там... Отличный удар. Гол! Очень хорошая передача. Гол! Вы знаете. Направо передача. Гол! Истина. Комбинация проведена в Ирландии и Норвегии. И вот сейчас счет становится 1-0, потому что как раз Даниэль Масаров, она может закончиться результативно, и так все и есть. Мексиканцы сравнивают счет после точки. И вот мяч в воротах. Де Грис, о котором мы говорили, сыграл на опережение. Удар, и мяч влетает в ворота. Блестящая игра на опережение, и сборник можно бить. Хороший удар, и мяч влетает в ворота. Даже не хороший, а блестящий. Ошибается, ворота пустые, и Таумен добивает мяч. Coming straight away themselves. Could this be a penalty? Oh, the early advantage. Al-Jaber scores. Saudi Arabia 1, Morocco. Very talented players. This could be an equaliser. That's a classic goal. And Sharosh has scored now. Who are ending the half on the attack with a shot coming in. Oh, goal for Saudi Arabia. It's Amin again. Удар. Прекрасная комбинация. Гол. Подключившийся в атаку защитник. Хорошо сыграл Ван Востен. Да, Ван Востен великолепно тут разобрался защитник. Простите, опаснейший момент. Патчи. Бергкамп. И вот вам снова великолепный Бергкамп. Чем закончится эта атака? Выходом один на один. Удар по воротам, и счет становится 1-0. Это прекрасный проход.